Всем привет, ребята. В общем, мы в аэропорту и мы едем путешествовать. У нас путешествие будет длиться одну неделю. Мы выезжаем из Китая. Вот. И пишите мне в комментариях, ставьте на паузу, куда вы думаете, я еду. Скажу сразу, страна Азии, очень-очень красивая. Вот, и я вам буду снимать видео, ну и вообще, как мы будем жить, где мы будем питаться, какие-нибудь развлечения, все буду вам записывать. Вот, думаю, вам понравится. Контент я не составляла, просто буду записывать все на ходу. Все, мы уже сели в такси. В общем, за такси мы отдали 150 тысяч, ихних денег, рупий получается. Ну, как бы, можно было бы и за 120, за 130 приехать. Это мне в отеле раньше говорили. Но в отеле потом уже не было водителя, и нам пришлось самим искать. Мы приехали уже в отель, называется Eden Hotel. Не знаю, я оставлю вам в описании название этого отеля. Мы сняли его за 43 тысячи рупий на одну ночь. Он такой красивый, я сейчас вам покажу. Когда мы были на Бали где-то, я не знаю, в 2017 или 2018 году, я точно не помню, мы жили один раз в этом отеле. Он очень маленький, я потом комнату сниму. Вот, ну, он очень чистый. Вот, и это вообще сеть отелей. Если вы ищете бюджетный вариант, то как бы вот за 43 тысячи рупий мы с завтраком на одну ночь. Ну, классный, я думаю, вариант. Вот. И мы ждем заселения. Мы сейчас сидим там на диванчиках, потому что мы приехали раньше, а тут только в час можно заселиться. Вот. Ну, тут есть такой пул. Я не знаю, можно ли в нем купаться, но я думаю, нет, потому что он очень мелкий для красоты. Ну, кто знает. И, ну, красиво, зелень. Ну, вот, и мы взяли два пива, вот такая бутылка стоит, ну вот мы посчитали по юаням, 20 юаней, это дороже, чем у нас даже в Ханчжоу. Вот, мы купили две бутылки пива и чипсы, и одну зажигалку, и пакет, и, короче, это вышло всего на где-то 50 юаней. Но это дорого, даже это дороже, наверное, чем в Шанхае. Вот. Ну, ничего, Бали подорожал, это я и так видела, когда планировала это путешествие. Все, ребята, мы приехали с отеля, мы уже переоделись, покупались, заехали. Приехали с отеля на пляж, тут в кафе посидеть. В общем, что могу, буду рассказывать, а нет, просто показывать. Раньше на Бали было все дешевле. Не, ну байк мы вот это за 6 баксов арендовали, но это нормальная цена. А вот это раньше мы по 5 долларов, по-моему, снимали за сутки. А вот, допустим, вот мы пиво купили, но я не знаю, это только мы приехали. Но я смотрела, что на Бали цены уже поднялись, и не те, которые были раньше. А мы еще тут были до ковида, я же говорю, в 2018, наверное. Where are we going? Going hotel. Ресторан. Хотел это. Ну, куда-то. Куда-то, дига, шеломанда. Hello. So this is we came to place Куда-то. Yeah, we want to have a place there. For two? Yeah, only two. Okay, thank you. Are you looking for smoking area or not? Smoking, yeah, we are smoking. So, those table with the S-tray is our smoking area. Can we be close to the beach? Yeah. At the moment, for the table at the front with the green chairs, it's a non-smoking area. Yeah, we only have space over here and at the front, but all under the sun, not under the pool. Okay.
Okay, can we see the table without smoking? Maybe. Sure. Yeah. Okay. Champagne, Shanaga. Very shiny right now. Now it's very. Do you have the umbrella? No, only for the bed with the minimum consume. We have our umbrella. How many consume for the bed? 2.4 million. 2.4 million. Yes. How much in dollars approximately? Like, $200. Ah, it's okay. Okay, we take the table, okay? We smoke it on. Okay. Omanchunali. И вы делите сайты Анталихай, сейчас зайду обуляву. Алло! Все, ребят, мы пойдем сейчас помочь ноги. И вообще тут так классно, я вам сейчас просто буду снимать видео. Ну вот, ребят, мы сидим уже на берегу с пиццей, с пивом. И мы, в общем... Мы, в общем, заплатили за все $43. Вот, мы тут посидим, а потом в другие бары пойдем. Но я сейчас чуть-чуть солнце спадет и сниму здесь, как на пляжу. И, ну, вообще, как тут в кафе. И советую вам сюда хотя бы прийти, выпить бокал пива и пиццу поесть. Алло! Все, ребят, мы пойдем сейчас помочь ноги. И вообще тут так классно, я вам сейчас просто буду снимать видео. Прохладненькая водичка вообще.
Смотрите, ребят, это вот тот клуб, в котором мы были, я вам сейчас снимала. А вот следующий есть клуб. Короче, тут по берегу, вот так вот вдоль, очень много клубов. Потому, как бы, я думаю, вы просто приезжайте к берегу и найдете то, что вам понравится. А с этих всех клубов вот такой вид на море. О! На океан. Вообще не пожалеете. Ну, я не знаю, я не очень умею снимать, потому, может, я не сниму таких красот, какие здесь. Потому приезжайте, и все, и вы сразу тут насладитесь этими пейзажами. Ну, вот, смотрите, люди. Сейчас отплыв воды, тут нету воды близко к берегу. Ну, а так вообще класс. Обязательно едьте на Бали, если у вас есть шанс. Мы пришли на Sea Salt, называется это Sea как море, а Salt как соль, Sea Salt, ресторан. Ну, я его вообще искала раньше, ну, по картинкам оно, конечно, не то, не, но он классный тоже. Вот, ну, тут, в общем, вот море за мной, и тут есть еще тоже сидушки там, но мы не пошли туда сидеть, потому что там солнце. Вот, короче, тут можно посидеть, попить пиво, или попить коктейли, или кока-колы. И вообще классно насладиться видами. Ну и как я вам сказала, вот эта береговая линия, по уне всей, вот так вот куча-куча клубов, там они в притирку все идут. Так что, если вы приедете на Бали, вот, допустим, ориентируйтесь, Sea Salt. И возле него вот этот пляж, который, там все, все как бы эти заведения, все и с едой, и с выпивкой. Так что вы ориентируйтесь на себя, можете просто, ну, как мы тут походили, по пляжу, по морю, там ноги поплескали. И все, и выбрали то, что нам нравится. Но мы тоже тут сейчас выпьем, может, кока-колы, и пойдем дальше, походим. Посмотрим, что нам еще подойдет. Тут еще есть другие бары. Я тоже, мы сегодня, у нас три бары. Первый это был Тедаку, или как-то так, я не помню. Я, в общем, в описании оставлю. Вот это второй Sea Salt, и еще есть там Potato Head. Potato Head, мы уже в нем были в тот раз, но вот девушка нам уже принесла наш заказ.
Pattaya Head мы уже были, но мы сегодня еще там пойдем, он тоже классный. Ну, вообще тут самые, ну, они все классные, просто выбирайте под себя, тут под каждого не подберешь. Так что приезжайте, наслаждайтесь и ставьте лайки. Зао, у нас еще на ли 1 km. У нас теперь вечер, и мы пойдем поедим. Мы уже дома байк, ну, в отеле байк поставили, покупались и все, и вышли на улицу. Сейчас идем от нашего отеля искать что-то, и я вам сниму улицу, так как когда мы ехали на байке, я ничего не снимала, потому что мы пользовались навигатором, и было неудобно. Вот, и я сейчас просто сниму вам улицу, как здесь. Ребята, если у вас выбор стоит брать мотобайк или машину,
Берите мотобайк, видите, какие пробки. А мотобайки их раз и объезжают сразу. Я думаю, машина на Бали – это не самый хороший вариант. На Лянга Ябыяка. Не будет. Мы решили пройтись по морепродуктам. Тут, конечно, они крабы красивые. Креветки. Меню. А мы тут пошли по дороге и нашли место, где мы можем поужинать. Сейчас я вам покажу. А вот напротив нас еще есть японский ресторан. А еще там с морепродуктами. Ну, я не знаю, я думаю, морепродукты можно есть в Джимбаране, а не там. Вот. И мы туда не пошли. Ну, еще у нас в Китае тоже есть много морепродуктов, поэтому нам как бы это не очень прям интересно. Ну, и завтра мы собираемся утром вставать и ехать. Мы думаем, поедем на водопад, ну, посмотрим. Ну, вообще, в планах поехать на водопад. Тоже все поснимаю, а сегодня думаем поужинаем и все, и поедем назад домой спать, потому что мы всю ночь были в дороге, мы не спали, мы сюда приехали, мы тоже не спали, мы сразу пошли гулять, и все, и завтра нам надо обратно будет утром вставать, ну, короче, не знаю, посмотрим, думаю, встанем. Ну вот, ребят, наша еда приехала, это что я карри заказывала, панир. А Гэвин все китайскую еду. С Китая только выехала, уже за китайскую еду все скучился. Ну и людей стало больше.